письмо. Я должен тебе обо всем написать. Прости, что вот так. Не решился иначе, конечно, честнее об этом сказать. Но я не люблю, как ты плачешь. Еще не люблю, как ты гладишь пиджак. Не нравится голос твой по телефону. В квартире у нас постоянный бардак. Что даже нельзя подступиться к балкону. Не нравится суп твой, халат голубой и вечно печальный сигнал интонаций. Я это к чему говорю? Нам с тобой, конечно, пора непременно расстаться. Я сам и не понял, как сердце в груди к тебе перестало стремиться и биться. А значит, разлука нас ждет впереди. Прости, что письмом я решил распроститься. Прощай, не печалься, другого найди. Пришло, видно, время нас переиначить. Не злись на меня, но я должен уйти. Прости, что письмо не решился иначе.